эту остановку в Волгограде. И поэтому нам надо было совершить вот этот марш-бросок, проехать. Но в результате мы очень сильно устали. Хотя, в принципе, мы тренированные и мы можем ездить по 1000 километров. Но в чем была причина? Первое, это просто не то, что плохие, это настолько отвратительные дороги, что это какой-то ужас. Вот буквально отъехав от Ульяновска, да, повернули на Ростов-на-Дону, отъехав от Ульяновска, дорога стала портиться, местами просто стиральная доска, какие-то ямы, причем такие, может быть, по объему, то есть глубокие, но по площади небольшие, приходится все время смотреть. Это один момент. Второй, то, что дорога узкая, очень много фур, и становишься за фурой, и все, и тащишься. И вот таким образом мы ехали иногда со скоростью 55 км в час, и никак быстрее ничего не получается. Невозможно обогнать. Очень много знаков, обгон запрещен, и либо это знак, либо это сплошной поток, идет встречное движение, как по городу иногда, и невозможно. Вот особенно у нас так было от Саратова. Мы отъехали от Саратова, и мы тащились вот это 55, ну максимум 70 километров, очень большой участок, и на этом потеряли много времени. Ехали где-то уже час по темноте до Волгограда, и тоже скорость была не больше 80, потому что ямы, надо все время смотреть куда-то, чтобы где-то не залететь, и то не все ямы мы могли увидеть, какие-то ямы все-таки пересчитали. И поэтому в результате мы очень сильно устали, утомились, просто ужасно. И сделали такой вывод: так путешествовать нельзя, так больше никогда не делайте. И теперь мы поедем по-другому. Мы едем сейчас в направлении Ростова-на-Дону. Вроде бы мы планировали вторую остановку в Армавире, но посмотрим по ситуации. Если дорога будет плохая, пока она просто ужасная. Сейчас, если у меня получится переключить, я переключу прям, чтобы вы видели. Переключу, покажу дорогу. Вот вы, может быть, и чувствуете, что трясет, и просто яма на яме. Посмотрим. Если дорога будет хорошая, то мы доедем до Армавира. Если дорога будет плохая, не будем упираться, как вчера, заночуем в Ростове-на-Дону. Вот таким образом, такие выводы сделали. Вот она, эта дорога. Вот смотрите, вот как можно ехать. Сколько у нас скорость? Скорость 50 километров. 50 километров. Вот смотрите, что творится. Соседняя полоса там, ну, вроде как получше. Здесь вроде бы пытались снять асфальт. Видимо, пытались снять, хотели сделать, но потом не сделали. Потом какие-то латки появились опять, ямы. И вот все, и очень интенсивное движение. Ну, посмотрим, насколько быстро мы приедем в Ростов-на-Дону. Вот выехали из отеля мы ровно в 10 часов утра. Вот засекли время, смотрим. Это Дон, это река Дон, это поселок Камыши, но в Ростове-на-Дону он тоже протекает. Вот так. До 10 лет я жила на Дону. Сейчас проезжали поселок этот, и там продавали рыбу, самую разную, живую и копченую, и раков. Свежих раков. Впереди ремонт дороги. Мы стоим уже минут 15, еще неизвестно, сколько простоим. Теряем время. Вот интересный факт. По Татарстану, как я говорила, есть сеть камер. И идет видеофиксация, и потом приходят штрафы. А вот в районе Сызрани, Самарской области, Саратовской области, извиняюсь, Волгограда здесь не камеры, а стоят живые гаишники, как в 90-е, со своими полосатыми палочками и ловят. Дальше при повороте на Ростов снова стоят видеокамеры, видеофиксация. Но некоторые из них липовые, видно, что они разбиты или не подсоединены. Ну вот, вроде бы мы тронулись. Поехали потихонечку. В час по чайной ложке. Интересный момент расскажу. Вчера в районе Камышина мы уже были очень уставшие и совершенно нечаянно проскочили на красный свет. За нами тут же погнались гаишники вдогонку. Я сразу очень испугалась, поскольку, за красный свет можно лишиться прав. И вот вопрос вам. Как вы думаете, каким штрафом мы отделались? Подумали? Ответ. 500 рублей. Просто смешные штрафы. Такие добрые-добрые гаишники. В Ростовской области такие необъятные поля и такое все ярко-зеленое, что можно снимать как на хромакее, потом фон заменять. Вот в этом доме я жила 50 лет назад. Вы только себе представьте. Вот он, этот дом. Он мне казался раньше таким огромным. А по соседству у нас этого дома такого не было, бежевого. Был какой-то тоже частный домишко. Сейчас непонятно, что построили. Так, а вот соседи. Соседи эти были у нас на Черняховского 4. Вот этот флигель, в котором мы жили. И вот в этот флигель водопровод проводил мой папа. Вот отсюда он вот копал все это. Да, вы что? Да, и он туда провел водопровод, потому что мы там жили долго, а я была еще маленькая, чтобы вот как бы, как-то можно было. Как а здорово. Вот тот вот кирпичный, это был деревянная сарайка. А душ здесь, он так и остался на вот этом месте, так и был душ. Ну да, но только там нет сейчас душа. Ага. А в Натальи Павловны здесь поросла малина, и мы втихаря ее ели. Вот там вот малина растет. Это кухонька, маленькие окошки. Вот знаете, сколько лет прошло, вот как бы там все это детство. И вот этот грецкий орех. Были другие соседи, мы лазили у них на крышу. А сейчас какой-то вот этот дом, не знаю, что за дом бежевый такой. Построили. Частный какой-то, нет? Да. Пропустить машину. Да пропусти, конечно. Мы по этим гаражам с Зойкой бегали по крышам, скакали. Вот как только ноги себе все не попереломали. Вот это историческое здание. Это средняя школа номер 20, где я училась 50 лет назад. В данный момент она находится в плачевном состоянии. Никто ее не ремонтирует. Как мне сказали, все время это откладывается. Полная разруха. А когда-то здесь 50 лет назад кипела жизнь. В эту школу 50 лет назад я пошла первый раз в первый класс. И у меня была первая учительница Людмила Иосифовна. И училась я здесь до 4 класса. Это Ростов, выезд на Армавир, то есть в направлении Армавира. До выезда еще далеко. Еще надо будет переехать через Дон. прогулочные катера, набережная. Но нам сейчас некогда все это смотреть.